Всех приветствую, сегодня Магдебург, Германия. В конце видео я добавлю фотографии послевоенные, чтобы было понятно, что и как восстанавливалось. Всем приятного просмотра. Начинаю по новой Магдебург разбирать. Ездил тут и никогда голову не поднимал, ходил уже, не знаю, какой раз приехал, четвертый, наверное. Давайте посмотрим, что тут интересного. Вот, блин, раньше не цивилизованные все-таки как строили, а? Причем это не один здесь такой домик, здесь их просто очень много. Сейчас я соседние сниму. И дальше там все так же. Ну что тут самое интересное? Сейчас мы посмотрим на другую сторону. И, пожалуй, посмотрим вот сюда. Здесь везде такое наблюдается. Сейчас я еще пойду дальше и думаю, еще по дороге много сниму. Дело в том, что я посмотрел по Гугле то здание, которое я снимал, и думал, что его закапывают. Оказывается, его откопали. И сейчас я продвигаюсь туда. И по дороге, конечно, буду еще такие здания снимать. Ну, просто караул. Надеюсь, будет видно. Там даже окна нету. Очень прикольно. Сейчас покажу это здание. Отойду чуть-чуть. Ну, здесь таких окон вот еще, и дальше еще. И только что я его со стороны снимал. И вот что мы видим сверху. Опять подобное. Сейчас я сюда поближе сниму. Ну и вот следующее, вообще интересное здание. Вот это угловое. Оно сделано трехугольником. Я его сверху смотрел. И такой отличный трехугольник. Сейчас я его, наверное, со всех сторон обойду и засниму. И сейчас поверну через дорогу буквально камеру. Трамваи сейчас проедут. Какая красота. И сверху опять мы видим круглые окна. Сейчас только можно этому позавидовать.
И причем это уже после реставрации. Основная часть, большая часть тут после реставрации. Великую Отечественную тут разбомбили довольно неплохо тоже. Ну, пойду это здание трехугольное обойду. Вон там башня тоже очень интересная. Сейчас буду продвигаться и потихоньку снимать. Вот буквально за угол завернул. Просто жесть. Вот причем их здесь много. И так они во всех домах. Практически везде. Можно вот так по улице идти и просто все снимать с обеих сторон. С этой стороны. С этой стороны. Красота. Сколько ж тут. Как же тут всего много. Ну и как вам это? Ну и окна. Как же тут их не снять? Ну там вон видно, решетки торчат, значит там окна. Ну, вот здесь получше видать. Снимем здесь. Они повсюду. В общем, наверное, я больше не буду тут снимать окна. Буду снимать верха. В общем, я думаю, понятно, что под каждым таким домом вот такое вот можем наблюдать. Поэтому не буду больше на это отвлекаться. Хочется побольше заснять других, более интересных вещей. Например, вот таких. Ну вот я подошел поближе, видим окна внизу, непонятно, низко, подозреваю, это скорее всего еще второй этаж. И туда дальше так все идет. Ну, сейчас, наверное, туда, наверное, пройтись надо все-таки, поближе подойти. И вот здесь напротив это здание потрясающее. Вверх, вниз. Ну, вот то следующее я дальше еще получше сниму, не буду сейчас отсюда приближать. Все равно в ту сторону идти. И вот этот второй угол этого трехугольного дома. В общем, он трехугольный. Сейчас я в ту сторону буду еще идти. И сниму третий угол. И таких домов здесь не один. Сверху я смотрел. Они немножко разные формы. Есть не совсем идеально трехугольные, как эти. А немножко по-другому трехугольник. И здесь вот окна видим. И получается, это выглядывает либо второй, либо третий этаж. Ну вот я решил чуть-чуть в другую сторону пойти. Окна. Очень прикольно. Ну и дома. Их так много здесь, что просто даже не знаю, какой снимать быстрее. По обе стороны. Сейчас.
Сейчас я чуть-чуть сюда пройду. Вот этот домик мне понравился. Я его решил поближе, получше снять, чтобы было хорошо его видно. Ну, первое, конечно, окна нижние, которые выглядывают, которые, я подозреваю, то ли второй, то ли третий этаж. И, конечно же, вход, балконы. Это просто шикарно все. Очень все интересно. Ну и сразу, раз уж стою здесь напротив, сниму и другую сторону. И окна как везде, а вот здесь даже и вход, по-моему. Ой, сейчас подойду. Дверь как интересно сделали. Очень интересно. И вот она вниз туда уходит. Прям через стекло видно. Тю-тю-тю, пошла. Ой. Ну, подозреваю, это, скорее всего, второй этаж, наверное. Красота. Просто красота. К сожалению, дождь пошел. Надеюсь, он не усилится, а то мне еще на улице долго ходить. Ладно, пойду немножко, придется опять ускориться, к сожалению. Двухэтажное здание, с одной стороны полностью откопанное, с другой стороны только первый один этаж откопали. Ну что, вот тут открыли немножко. Мы видим, что многие из них кирпичные. Самое интересное, фундамента мы не видим здесь. Вон выглядывает кирпич. Отчетливо видно. Ну, глубина там, ой-ой-ой, еще пару метров так. Или около. Это вот которое здание треугольником. Ну вот видите сверху, здесь когда-то было что-то сделано.
Здесь, вероятнее всего, какая-то была голова тоже. Вот один кусочек еще сохранился. Этот уже почти не сохранился. Ну и там некоторые вон уже даже нету их. Это вот, как других над окнами, есть головы, какие-то изображения лиц. То есть здесь они, получается, вот на такой высоте. Ну вот в этом же здании, трехугольном, снизу кафе, а внизу опять-таки окна, причем там хорошо отчетливо видно, что они огромные просто. Не знаю, на камеру будет это видно или нет, но мне это отчетливо видно, что огромные окна там. Ну и, пожалуй, сейчас сниму вот этот последний угол. Надо посмотреть только, где встать. Вот и третий угол. Вышел я здесь на островок, встал. Этого трехугольного здания, третий угол, я его полностью обошел вокруг. Трамвай меня не задавит. А теперь я просто сделаю круг. Вот там мы видим уже современное пристроенное. И там верхний этаж тоже. Там дальше такие же здания идут. Здесь такие же здания. И здесь аналогичные. Ну вот я и сделал круг и пошел дальше снимать откопанное здание.